Эстонская фигуристка, которая уже очень давно и не без успеха выступает на самом высшем уровне, Елена Глебова. Не без успеха, наверное, очень сильно сказано. В самом случае, каких-то выдающихся результатов у нее нет. Была в десятке на одном из чемпионатов Европы, на чемпионатах мира. Так, выше 13-го места не подымалась. Чисто исполненный каскад из двух тройных тулупов, но перед этим было падение на тройном лутце. Вот интересно, Ирина Костнер может...